А вы знаете, какая длина у самого длинного лимузина в мире? 30,5 метров, а выглядит он вот так. Его создал инженер Джей Орберг в 1991 году. Кадиллак Эльдорадо имеет в своем оснащении бассейн, площадку для гольфа, место для вертолета, а также джакузи. Все это держится на 26 колесах, а в движение транспорт приводит 2 двигателя внутреннего сгорания. На сегодняшний день лимузин находится в плачевном состоянии. Более половины колес отсутствуют, окна выбиты, а кузов разъедает коррозия.